Я не думаю, что перерастет, честно говоря, в горячую войну, потому что, ну, это будет большая глупость со стороны Америки там, или Запада с нами воевать. То есть, ну, тут лучше всего, да и необходимо учитывать предыдущий опыт исторический. Смешно воевать с Россией. Не стоит этого делать. А насчет информационной войны, холодной войны, ну, она как бы идет, она уже давно идет, она всегда будет. Но тут ничего не поделаешь. Другое дело, либо ты строишь свою жизнь так, чтобы ограничить себя от этого всего, либо ты в это как-то пытаешься влезть, чего я, например, делать никогда не хотел и не собираюсь, потому что это бессмысленно.